Здравствуйте, уважаемые товарищи. Финал июня, но не финал нашей истории. Снова утро. 30 июня. Утренний запуск. 8 часов 20 минут. Поехали. Ключ на старт. Это грузовик проехал. Плюс 10,5. На улице дождь. Поехали. Вообще он даже клинит. То есть с каждым днем все хуже. Где-то куда-то да вылезет. В течение дня никаких проблем. Первый запуск вот так вот. Надо все-таки показаться доктору, что делал нам мотор, что скажет. Всем удачи, всем пока.